В Карагандинской области теперь можно поймать алтайского карпа. На Шарубайско-Нуринском водохранилище эту разновидность карповых выпустили впервые. Всего в водохранилище выпустили 40 тысяч сигалеток карпа, молодняка рыбы, сообщает пресс-служба департамента корпоративных связей группы «Казахмыс». Это зарыбление плановое, проводится два раза в год, весной и осенью. Но алтайского карпа выпустили на водохранилище впервые. Новая разновидность – это подарок рыбакам, комментирует заместитель директора Топарской ГРЭС Сергей Величко. В октябре молодняк карпа уже сформировавшаяся особь. Она успешно приживется в большом водоеме. Спортивно-любительская рыбалка на водохранилище ведется круглый год. Но алтайских карпов здесь можно будет ловить только через два года, когда мальки подрастут. В следующем году водоемы области планируют запустить белого амура и толстолобика.